дорого, 300 рублей в час, как катамаран стоит, только мотор, моторная лодка с личным водителем. Вот, и в принципе, вот плывем как раз кораллы, видны, вот отсюда даже видно. Достаточно красивый вид, в принципе. Там и рыбы плавают даже какие-то. Я вот здесь вот присяду, поснимаю. Плывем мы вот туда, вот прямо, там на около берега есть коралловые рифы хорошие, можно поснимать хорошо. Ну, в принципе, сейчас более-менее прохладно, ветерок дует, и поэтому как бы не так жарко вот плавать и даже сидеть вот просто на солнце. Идет она не очень быстро, наверное, километров может быть так 10-15, может 20 даже, не знаю. Ну, в общем, не очень быстро лодка идет, но, в принципе, оно быстрее не надо. Поэтому, как бы, спокойно идешь, спокойно наслаждаешься видом, в принципе, очень даже хорошо. Но вот здесь вот, как бы, дикие пляжи, здесь нет вообще, ну никого. Видно, там некоторые люди ходят, я имею в виду, что магазинов, никаких там кафешек, ничего нету. То есть только купаться здесь. Глубина здесь достаточно быстро меняется, то есть есть прям мелководье, а есть прям вот очень даже глубоко, метров, наверное, 8-10 сразу становится. Ну вот опять пошли кораллы, в принципе, видно, да? Шугается так. Сейчас где-нибудь остановимся и, наверное, поныряем с маской, чтобы там все как бы лучше увидеть. Я взял специально вот водозащитный чехол сегодня, чтобы не замочить камеру.
глубоко, так сказать. Вот здесь, в принципе, мы сейчас поныряем. Так, надо, наверное, это... одеть жилет. Где? Кораллы. Welcome. В принципе, нормально, что? Все достаточно хорошо видно, только маска немного пропускает воду. А так, в принципе, нормально. Но я бы лучше без жилета поплавал, так как он не дает занырнуть глубоко. Вот. Но говорят, здесь ядовитые кораллы. Есть кораллы с ядом, то есть ядовитыми иглами, поэтому опасно трогать их руками, из-за этого дают жилеты, чтобы люди не могли наступить на них, ничего там, чтобы все нормально было. Вот, поэтому в принципе так вот и плаваем. Вот. Сейчас еще немного поснимаю.